Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме преподобного мученика Андрея Крицкого. Церковь является подворьем Константина Еленинского женского монастыря. История ее строительства связана с царской семьей. Когда будущему царю-страстотерпцу было 20 лет, он узнал, что такое чудесное спасение. Поезд, в котором ехал наследник и его царственная семья, сошел с рельсов. Погиб 21 человек. Но императорская чета и их дети остались живы. В память об этом событии и был воздвигнут этот храм во имя преподобного Андрея Крицкого. Построили его на свои средства сотрудники экспедиции заготовления государственных бумаг. 18 октября 1892 года состоялось торжественное освящение домовой церкви, первым настоятелем которой стал новомученик философ Орнацкий. Этот удивительный пастырь одним из первых пострадал за веру, после чего храм превратился в фабричный клуб. И только в 90-х годах прошлого века здесь снова зазвучала молитва, когда церковь передали организации «Газнак». Сегодня храм является подворьем Константина Еленинского женского монастыря. Известен он и множеством святынь. Божественную литургию в храме возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В своей проповеди владыка вспомнил о смысле воскресения Христова. А что значит воскреса Христом? Это значит быть все время с Ним. А как быть? Значит, думать о Нем надо. Постоянно вспоминать Его заповеди, Его волю, Твои добрые дела. Это означает быть со Христом. Вот что мы должны сами делать в нашей жизни. После богослужения правящий архиерей посетил музей христианской культуры, который находится в здании храма и является отделением Русского национального музея. В его коллекцию вошло около 200 памятников русской и византийской иконописи 11-20 веков. Также здесь представлены монументальные картины французского гравера и художника Густава Доре, которые на сегодняшний день являются единственными в российских собраниях. Вход в музей свободный для всех желающих.